Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин, и сегодня тема лекции видеоурока «Следующая точка» ВБ-21 Дзяньдзинь, колодец плеча, расслабляет орган сердца. Но здесь, конечно, мне стоит обратить внимание и сказать, уважаемые зрители, вы должны быть уверены на 100%, что сердце у вас воспаляется. Потому что сердце может, скажем так, быть в слабом тонусе, но показывать воспаление. Такое часто случается, когда люди приходят на диагностику и говорят, у меня воспалено сердце. Когда снимаем диагностику, смотрим, что сердце не воспалено, а слабенькое. Потому, если диагностика показала 12 меридианов, и человек очень часто воспаляется, и при этом воспаление переходит на орган сердца, и сердце, скажем так, вырывается из груди, человек не может утолить это, скажем так, воспаление ничем, то через точку ВБ-21 методом релаксации, расслабления, вы можете снять энергетическую блокаду, либо энергетическое воспаление органа сердца. И помнить, что вам нервничать нельзя, потому что будет страдать сердце. Точки вам будут помогать, но если вы будете злоупотреблять своим негативным проявлением, которое будет отражаться на сердце, то точки перестанут вам помогать. Но мы не об этом читали вам лекцию. Мы прочли лекцию, что при всех воспалениях органа сердца точка ВБ-21 может снять это воспаление методом релаксации, расслабления. Спасибо за внимание.